В России недавно стал известен мальчик-прорицатель по имени Саша, которого уже прозвали мальчиком Вангой. Ему всего 12 лет, но он обладает редким даром предвидеть будущее. С рождения Саша столкнулся с полной отслойкой сетчатки и перенес множество сложных операций. Однако, несмотря на это, проявил удивительные способности, поражая всех своими предсказаниями. Одним из его недавних предсказаний стали 6 дней бедствий в сентябре, что вызвало огромный интерес среди его последователей. Но это далеко не все. Саша также утверждает, что в ближайшем будущем Прибалтика будет приведена в чувство России, намекая на незначительные геополитические изменения. Прорицатель предсказал наплыв мигрантов в Европу, что вызовет новые волны кризисов и нестабильности. Кроме того, Саша сообщила о новой информации, касающейся конфликта, в котором участвует Россия, намекая на дальнейшее развитие ситуации. Это уникальный и талантливый ребенок. Как обычно, я собрал самые уникальные, интересные предсказания этого молодого пророка. Отблагодарить меня вы можете подпиской и лайками. Давайте начнем. В дни неопределенности на передний план выходит современный пророк, мальчик Ванга по имени Саша. Его особенная божественная прозорливость позволяет видеть грядущие испытания России. Саша возвещает о будущих судьбах не только государства, но и душе каждого человека. Саша с раннего возраста понимал важность геополитических событий и их влияние на будущее России. Своими прозорливыми глазами он заглядывал в будущее, видя изменения на мировой арене, которые могли бы повлиять на его родную страну. Он предсказал резкий перелом в международных отношениях, когда Россия вновь станет маяком для многих наций, ищущих альтернативу западному доминированию. В его видениях Россия выступала как страна, предлагающая новую модель мирового порядка, основанную на справедливости и уважении к суверенитету каждой нации. Саша также предсказал, что действия Владимира Путина в ближайшем будущем изменят отношения стран Балтии к России. Он говорил, что Путин примет важные решения, которые вернут в чувство прибалтов и заставят их пересмотреть свои взгляды на Россию. «Наступит время, — утверждал Саша, — когда страны Балтии поймут, что их прежняя враждебность была ошибочной. Экономические и политические шаги, которые предпримет Россия, заставят их осознать выгоды дружбы с восточным соседом». Он предсказывал, что под давлением обстоятельств и внутреннего кризиса лидеры этих стран начнут проявлять более пророссийские настроения, понимая, что сотрудничество с Россией приведет к процветанию и стабильности для их народов. По предсказанию Саши, наступит момент, когда экономические санкции против России окажутся не только бесполезными, но и обернутся против тех, кто их инициировал, укрепляя Россию и сплотивший ее народ. Эти события приведут к формированию новых экономических альянсов с азиатскими странами, создав устойчивые пути для роста и взаимовыгодного сотрудничества. Саша также видел грядущие природные катастрофы, которые подтолкнут нации к пересмотру приоритетов и ускорению экологических инициатив. Россия, благодаря своим огромным природным ресурсам, станет лидером в области экологической чистой энергии, что сыграет ключевую роль в мировых усилиях по борьбе с климатическими изменениями. Одно из его главных предсказаний касается судьбы России в контексте мировых изменений. Он утверждает, что Россия окажется на пороге эпохальных перемен. Эти изменения потребуют от ее народа не только материальной стойкости, но и глубокого духовного пробуждения. Саша видит Россию как столб стабильности в мире, погружающемся в хаос. В его пророчествах Россия – это страна, которая сохранит равновесие и предложит новый путь для развития, отличающийся от западных моделей. Одно из ключевых предсказаний Саши касается грядущего кризиса в мировой финансовой системе. Он предсказывает, что этот кризис затронет привычные мировые порядки, а Россия, благодаря своим природным ресурсам и духовной мудрости,
предложит альтернативные пути развития. Саша говорит, что это станет моментом возрождения России, когда она обратится к своим корням и найдет решения, которые приведут ее к новым высотам. По его словам, Россия станет тем самым якорем, который удержит мир от полного распада. В его видениях Россия не просто страна, а духовный лидер, который сможет противостоять разрушительным силам, захлестнувшим мир. Саша предсказывает, что в грядущие десятилетия Россия сыграет ключевую роль в восстановлении многополярного мирового порядка. Саша также видит важность сохранения исторической памяти и уважения к предкам. Он предупреждает, что народ, забывающий свои корни, рискует потерять свое будущее. Это пророчество звучит как призыв к духовному возрождению, в котором Россия вновь обретет свою истинную силу и величие. По его словам, предстоящие десятилетия будут временем великих испытаний, но также временем возрождения для России, которая снова и снова будет возрождаться, подобно Фениксу, из пепла кризисов, становясь каждый раз сильнее и мудрее. Саша предсказал, что Россия многократно окажется на грани катастрофы, разрываемая внутренними раздорами и внешними угрозами. Однако придет правитель, сильный духом и телом, мудрый, словно посланный самим Создателем, чтобы возродить и возглавить народ на пути к правде и справедливости. Этот правитель объединит Россию, поднимет ее на недосягаемую высоту среди других наций. Прежде чем это произойдет, России предстоит пройти через тяжкие испытания. Страдания и беды, по словам Саши, необходимы для внутреннего очищения и духовного преображения народа, который должен стать достойным своего будущего правителя. Только через эти трудности народ сможет достичь великой цели – света, мира и божественной гармонии. Также Саша оставил предсказание о возрождении России из пепла, подобно мифическому Фениксу, что символизирует ее новую жизнь и величие. Но тот, кто возглавит обновленную страну, должен быть избран не только за свои качества, но и за способность вести народ через хаос к свету и истине. Саша в своих пророческих видениях касался не только внутреннего состояния России, но и ее места на глобальной арене. Он говорил, что Россия станет ключевым игроком в геополитических процессах, и ее роль будет неоспорима. Саша предсказывал, что произойдет великое перемещение сил и союзов, и Россия, благодаря своей духовной и политической силе, окажется в центре этих перемен. Он видел, как многие страны Запада будут находиться в упадке, их доверие к традиционным лидерам начнет ослабевать, и те, кто когда-то считал себя мировыми гегемонами, начнут искать новые пути выживания. В этом хаосе восточные народы, особенно Россия и ее союзники, начнут играть решающую роль. Россия станет посредником между Востоком и Западом, создавая новые альянсы и коалиции, и союз с Китаем и другими восточными державами укрепится, становясь доминирующим геополитическим блоком, способным противостоять старым западным структурам. Саша предсказывал, что Европа будет разделена как никогда ранее. Старые альянсы начнут рушиться, и несколько стран, которые сейчас считаются сильными, окажутся на грани раскола. Россия предложит Европе руку помощи, но не все примут ее. Те страны, которые согласятся на сотрудничество с Россией, получат поддержку и будут восстанавливаться, находя новый путь к процветанию, в то время как остальные останутся в тени, утопая в собственных кризисах. Он также говорил, что США утратит свое влияние и прежнюю мощь. Их экономика и внутренние разногласия разорвут страну на части. Одна часть Америки попытается восстановить старые позиции, а другая примет новые реалии, отказываясь от прежней гегемонии. Именно в этот момент Россия предложит свою модель развития, которая станет привлекательной для многих стран, в том числе и для бывших союзников Америки. Ближний Восток, по его словам, станет полем для великих изменений, где Россия сыграет роль миротворца, объединяя противоборствующие стороны с помощью своей дипломатической и духовной силы. С приходом новой эры Россия станет гарантом стабильности на Ближнем Востоке, и под ее влиянием там начнется процесс восстановления.
В своих видениях Саша видел, что Россия станет страной, на которую будут равняться многие народы. Ее политическая модель, основанная на традиционных ценностях и сильной центральной власти, станет примером для стран, переживающих кризисы. Когда темные времена отступят, Россия возродится как новый центр мировой силы, к которому будут тянуться и Восток, и Запад. В своих пророчествах он говорил о том, что ждет Россию и весь мир в ближайшие десятилетия. Его слова казались причудливыми и мистическими, но в них чувствовалась особая сила и мудрость, которые не могли не завораживать. Саша предупреждал, что мир вскоре окажется во власти хаоса. «Темные времена придут», — говорил он, — «когда города погрузятся в беззаконие и улицы станут аренами для сражений сил света и тьмы». Он говорил о том, что Антихрист не будет одной конкретной личностью, а станет воплощением всех разрушительных сил, которые захотят уничтожить духовные и нравственные ценности человечества. Саша пророчил, что именно русские люди окажутся на передовой в этом великом противостоянии. Их оружием станет не сила, а молитва и духовное возрождение. Он видел, как во время самой жуткой битвы, когда зло станет казаться непобедимым, русские воины обретут такую силу, что смогут обходиться без пищи и воды, ведомые светом истины. Саша предсказал, что они будут избранными, кому предстоит свергнуть Антихриста и его приспешников, отправив их в бездну. Когда борьба между светом и тьмой достигнет кульминации, Саша предсказал, что Россия станет оплотом света, местом, куда люди со всего мира будут стремиться за спасением. Он говорил, что мир увидит в России центр духовного возрождения, а ее народ станет символом стойкости и веры. «Россия выдержит натиск», — говорил Саша, — «и выведет человечество к новому светлому миру». Саша также предсказывал, что геополитическая роль России значительно изменится. Он видел, что западные страны потеряют свои ориентиры, увлекаясь ложными идеалами и разрушительными идеологиями. «Мир погрузится в хаос», — говорил он, — «и только Россия выберет иной путь, сохраняя верность своим корням». Саша видел, что Россия станет центром новой мировой силы, основанной не на военной мощи, а на духовном лидерстве. Он предупреждал, что впереди эпоха информационной войны. Силы тьмы будут использовать технологии для управления сознанием, стремясь поработить народы. Однако те, кто останется верен своей вере и духовным корням, станут маяком для остальных. Россия, по словам Саши, покажет миру, как бороться с ложью и манипуляциями, оставаясь верной правде. Одним из самых мистических предсказаний Саши было появление великого вождя. Этот человек, по его словам, не будет случайным лидером, его приход предопределен высшими силами. Вождь возглавит Россию в самые трудные времена, когда страна будет стоять на грани распада. Он объединит народ, даруя ему новую цель и смысл, и поведет Россию к восстановлению ее величия. Саша предсказывал, что Россия станет мировой сверхдержавой, но ее влияние будет основано не на военной мощи, а на духовном лидерстве. Он говорил, что в будущем Россия предложит миру иной путь – путь справедливости, мира и истины. Этот новый мировой порядок, по словам Саши, будет основываться на нравственных ценностях, которые Россия будет нести как светоч для всех народов. В итоге те, кто казался побежденным, возглавят победителей как символы обратной стороны истории. Те, кто выглядел слабым, в действительности обладают божественной силой. Особое внимание уделяется корням, разделенным проклятием, которые, в конце концов, возродятся благодаря любви. Это аллегория на исторические разделения Руси и ее врагов, а также народов. Долгие годы враждующих, но в будущем объединенных духовным лидером, который придет не из их рода. Когда исполнятся три проклятия, будет явлен правитель, которого Саша называет невидимо видимым. Возможно, это человек, чья сила скрыта от мира, но проявится в великом часе. Он станет у престола, носитель венцов и перстня, символизирующих божественную власть и духовную миссию. Его действия, как говорит Саша, будут отражением воли самого Бога. Для нас, потомков, это пророчество остается загадкой, окутанной тайной, как звезды,
мерцающие на ночном небосклоне. Но можно сказать с уверенностью одно. Каждое слово несет в себе предостережение, чтобы мы не только искали смысл в прошлом, но и стремились к духовному возрождению в настоящем, чтобы достойно встретить тот день, когда будет явлен новый правитель, способный вести Россию к божественному свету. В тишине ночи, среди молитвенного уединения, Саше было явлено одно из величайших и самых таинственных знамений – явление самой Божией Матери. В тишине ночи, среди молитвенного уединения, Саше было явлено одно из величайших и самых таинственных знамений – явление самой Божией Матери. Это событие произошло в 2 часа ночи пятницу Рождественского поста, когда в келье, ныне известной как Серапионова палата, произошла встреча, изменившая духовное восприятие не только самого Саши, но и всей Руси. Глубокой ночью, когда тьма плотно окутала землю, Саша, преданный своему духовному делу, читал акафист Пречистой Богородицы. Совершив обычные молитвенные правила, он присел отдохнуть, но внезапно, словно озарен небесной искрой, услышал небесный голос: «Бодрствуйте, Пречистая грядет». Поспешил выйти из келии, и внезапно его окружил яркий неземной свет, подобный сиянию самого солнца, но еще более ослепительный и чистый. В этом свете явилась Божия Матерь с апостолами Петром и Иоанном. Этот миг был столь невыносим для человеческого зрения, что Саша, охваченный благоговейным трепетом, склонился перед ней. И тогда прозвучали слова, полные утешения и благословения: «Не бойся, избранный мой, я пришла посетить тебя». Саша также предсказал, что в ближайшем будущем мировое равновесие сильно изменится. Он видел в своих видениях, что восточные страны поднимутся и объединятся против тех, кто долгое время правил миром. Придет время, когда великие державы Запада, ослабленные внутренними конфликтами и расколом, потеряют свое влияние. Они будут пытаться удержаться на вершине, но их усилия окажутся тщетными. В это время Россия станет столпом нового мирового порядка, символом силы и традиций. Саша предсказывал, что восточные и западные нации вступят в затяжной конфликт, который продлится годы. Но война будет не только за территории, а за идеи и души людей. Запад будет настаивать на своем видении свободы и демократии, но, как сказал Саша, свобода без порядка – это хаос. В отличие от западного мира, Россия предложит человечеству путь духовного возрождения и равновесия между личной свободой и государственным порядком. Этот путь будет сложным и болезненным, но в итоге люди поймут, что стабильность и духовная основа важнее мимолетных удовольствий. Среди его предсказаний было и то, что страны Европы, которые когда-то были едины, разделятся. Союзы разрушатся, и народы этих стран начнут искать новые ориентиры. И тут снова на первый план выйдет Россия, как маяк, который покажет путь тем, кто заблудился. Но не всем удастся увидеть свет этого маяка. Многие будут слепы в своем стремлении к западным иллюзиям, но те, кто прозреет, найдут в России новый дом и защиту. Саша говорил, что в одной из больших стран Востока, вероятно, в Китае, появится новый лидер, который будет вести свою страну к величию. Этот человек станет союзником России, и вместе эти две державы создадут непоколебимый альянс, способный противостоять любым внешним угрозам. Восток и Север – два крыла одного орла. Так описывал Саша будущие отношения этих стран. Но были и тревожные предсказания. Саша предупреждал, что Европа столкнется с масштабным миграционным кризисом, который приведет к социальным потрясениям. Многочисленные народы будут искать убежище в странах, которые когда-то считались процветающими, но эти страны уже не смогут справиться с наплывом людей. В это время Россия останется стабильной и непоколебимой. Ее границы будут крепкими, ее люди будут уверены в своем будущем. Саша говорил о новом мировом кризисе, который произойдет не только на экономическом, но и на духовном уровне. Люди потеряют веру в свои правительства, в деньги и в общественные институты. Они начнут искать нечто большее, что сможет вернуть им смысл жизни. И тогда Россия предложит альтернативу – духовную силу, традиции
и истинные ценности, которые помогут человечеству восстановить утраченный баланс. В одном из своих видений Саша увидел, как огромные толпы людей направляются в Россию. Они искали защиты, мира и нового начала. Среди них были те, кто ранее относился к России с презрением, но теперь они увидели ее истинную суть, как хранительницу древних знаний и силы. Россия станет духовным лидером нового мира. Ее правитель будет не только политическим лидером, но и наставником, чьи действия будут направлены на благо всех народов. «Остерегайтесь фальшивых союзников», — говорил Саша, намекая на то, что некоторые страны будут пытаться завоевать доверие России только ради собственной выгоды. Но он предупреждал, что истинная опасность придет не снаружи, а изнутри, когда люди будут готовы предать свои ценности ради мимолетной выгоды. Саша утверждал, что будущее России связано не с подавлением или принуждением, а с праведностью и гармонией. Он подчеркивал, что этот путь будет чрезвычайно труден и полон испытаний, но Россия, опираясь на свои духовные корни, сможет его пройти. Однако до Великого Возрождения страну ждут тяжелые времена, экономические потрясения, политические кризисы и попытки разрушить ее извне. Эти испытания, как говорил Саша, станут частью пути, через который Россия обретет свою истинную силу, а ее народ сплотится, осознав свое уникальное предназначение в истории человечества. Саша предсказывал, что Россия станет своего рода ковчегом спасения для множества народов, которые потеряли свои корни, утратив духовность и заблудившись в материальных стремлениях. В будущем люди со всего мира будут стремиться к России не ради материальных благ, а ради обретения душевного покоя и поиска истины. Это будет время великого переселения, когда те, кто ищет ответы на глубокие вопросы современности, найдут их в традициях и духовной мудрости, сохраненной русским народом. Россия таким образом станет новым центром, к которому будут обращаться души, жаждущие спасения и возрождения. Среди предсказаний Саши было пророчество о том, что перед тем, как человечество войдет в новую эру света и просвещения, наступит период великой скорби. Этот тяжелый этап затронет многие страны, но наибольший отпечаток оставит на России, которая станет центром глобальных изменений и борьбы. В своих видениях Саша говорил, что человечество столкнется с тяжелейшими экономическими кризисами, которые приведут к массовым лишениям. Люди будут страдать от нехватки продовольствия и воды. Миллионы останутся без работы и средств к существованию, погруженные в отчаяние и беспомощность. Духовная сфера также подвергнется испытаниям. Многие, кто занимал высокие посты в церкви, отступят от своих идеалов, предав святое ради земных благ. Но среди этого темного времени будут те, кто останется верен истинной вере, кто будет продолжать стоять на стороне света, несмотря на преследования и гонения. Именно на них, как говорил Саша, будет возложена миссия возрождения духовной истины. Кроме социальных и экономических бедствий, Саша предсказывал и природные катаклизмы. Огромные пожары и наводнения обрушатся на те регионы России, которые прежде никогда не знали подобных бедствий. Изменения климата станут предвестниками нового порядка, и эти катастрофы будут частью большого цикла обновления и очищения Земли от накопленного хаоса. Хотя для многих эти события покажутся апокалиптическими, Саша утверждал, что они необходимы для перехода к новой эпохе. Несмотря на тяжелые времена, мальчик Ванга говорил, что Россию ждет великое возрождение. Испытания, через которые пройдет народ, станут катализатором для глубокого переосмысления своего будущего и возвращения к истинным духовным ценностям. Это возрождение затронет не только людей, но и церковь. Новое духовенство будет искренне предано Богу и своим идеалам, и именно через это возрождение Россия вновь станет ведущей силой в мире, несущей порядок и мир. Саша предупреждал, что внешние силы попытаются воздействовать на Россию, предлагая ложные идеалы и разрушая ее традиции. Новые лидеры, появляющиеся в этот период, постараются увести народ в заблуждение, сбивая его с пути истины и веры.
Однако, как предрекал мальчик Ванга, Россия, опираясь на свои духовные корни, останется сильной и сможет противостоять всем угрозам, сохранив свою миссию как стража света и истины в новом мире. Одно из самых значимых предсказаний Саши касается появления нового лидера, который станет символом возрождения России и поведет ее к процветанию. Этот лидер, как говорил мальчик Ванга, будет наделен исключительной мудростью и глубинным пониманием задач, стоящих перед страной и миром. Он сможет разрешить самые сложные проблемы, с которыми сталкивается человечество, и возродит духовные и нравственные основы российского народа. Под его руководством Россия станет оплотом мира и справедливости, удерживая человечество на грани хаоса. Саша неоднократно подчеркивал, что кризисы, поражающие Россию, носят прежде всего духовный характер. Политические и экономические потрясения лишь отражают внутренние проблемы народа, его отрыв от духовных основ. Он предупреждал, что если российский народ предаст свою веру и откажется от корней, это приведет к тяжелым последствиям, к разобщению и разрушению. Истинная сила России, как говорил Саша, не в ее материальных ресурсах, а в духовной традиции, вере, морали и глубоком историческом опыте. Тем не менее, несмотря на все испытания, мальчик Ванга говорил о великом предназначении России. По его словам, Россия станет последним бастионом истинных человеческих ценностей, тем форпостом, который удержит мир от погружения в хаос. Благодаря своему многовековому опыту преодоления тяжелых кризисов и уникальной духовности, Россия предложит миру новый путь развития, основанный на гармонии, справедливости и уважении к традициям. Саша смотрел с надеждой на молодежь, видя в новом поколении ключ к будущим преобразованиям. Он утверждал, что именно молодежь станет движущей силой перемен, принося с собой новые идеи и подходы, но не забывая о ценности прошлого. В его пророчествах молодое поколение представлялось как источник силы, способный объединить инновации и традиции, создав уникальный путь развития для России. В одном из своих видений Саша утверждал, что после периода тяжелых испытаний Россия станет страной, к которой будут стремиться люди в поисках духовного прозрения и спасения. Российские ценности, такие как уважение к семье, вере и традициям, станут тем маяком, который поможет другим народам, потерявшим свои ориентиры, обрести новый смысл и направление. События, о которых я сейчас расскажу, относятся ко временам, когда люди все еще могли видеть знамения и чувствовать невидимую руку судьбы. Однажды, когда религиозные гонения в России достигли апогея, наступило время для чуда, которое должно было всех удивить. Чиновник, получивший приказ уничтожить религиозные символы, столкнулся с непостижимой катастрофой. Его собственная дочь подожгла себя нечаянно, что привело к трагедии. Этот случай многие толковали как знак свыше. Сам же пророк нашего времени Саша предсказывал, что даже в самые темные времена свет надежды не погаснет. В подтверждение своих слов он рассказывал о женщине, ставшей глухонемой после того, как взялась за уничтожение креста. По его предсказанию, она отправилась в святую обитель, где просила у преподобного Сергия исцеления. И чудо свершилось, она обрела способность слышать и говорить. Саша утверждал, что каждое действие против святости и веры вызовет ответ, и что каждый, кто искренне пожелает исправления, найдет путь к исцелению. Эти истории не просто уроки прошлого, они напоминание о том, что высшие силы всегда рядом, готовы помочь тем, кто искренне стремится к покаянию и обновлению. По его словам, многие страны попытаются изолировать Россию, наложить на нее новые санкции, но эти меры обернутся против самих инициаторов. Влиятельные державы начнут терять контроль над своими ресурсами, и экономика их обрушится. «Санкции, наложенные на Россию, — говорил Саша, — будут как камни, брошенные в тихое озеро, но вместо того, чтобы затопить его, волны от этих камней разойдутся по всему миру, оборачиваясь разрушением для тех, кто бросал камни».
Он также предсказал, что крупные альянсы, такие как НАТО, начнут слабеть, так как разногласия между союзниками станут невыносимыми. Некоторые страны, разочаровавшись в западной политике, начнут искать новые пути сотрудничества с Россией, несмотря на все попытки международного давления. «Мир осознает, что спасение не в новых границах, а в старой мудрости», — говорил Саша. Он также предупреждал о глобальных кризисах, которые приведут к пересмотру границ и зон влияния. Некоторые страны, которые сегодня считают себя неприкосновенными, будут разделены внутренними конфликтами, и Россия, как нейтральная сила, окажет поддержку тем, кто будет искать стабильности и правды. Наступит время, когда люди будут бежать к нам, к русским, как к последней надежде на справедливость и безопасность. Мы станем оплотом мира, когда другие обрушатся под весом своих грехов. Говорил он с уверенностью, что это предсказание неизбежно. Одним из его наиболее загадочных предсказаний было то, что в момент, когда все будут говорить о мировой войне, Россия неожиданно предложит путь к миру, который будет принят, хотя сначала вызовет недоумение. Все будет казаться невозможным, но мир примет предложение России, и так начнется новая эра международного сотрудничества. Таков был его пророческий взгляд на будущее мировой политики. Саша, мальчик-пророк, говорил о судьбе России с удивительной ясностью и точностью. По его словам, в будущем Россию ждет тяжелый путь, полный испытаний и вызовов. Но в конце этого пути страну ожидает великое возрождение. «Я вижу», — говорил он, — «как Россия вновь обретет свою силу и станет духовным центром для всего мира». Он предсказывал, что наибольшие угрозы для России будут исходить не снаружи, а изнутри. Потеря веры, разложение нравов и духовное опустошение – вот что станет настоящими врагами народа. Однако, несмотря на все трудности, Саша был уверен, что Россия найдет в себе силы преодолеть эти испытания. Он говорил, что через огонь внутреннего кризиса страна выйдет обновленной и станет примером для всего мира. Наступит время, когда люди из других стран будут приезжать в Россию в поисках духовного утешения и гармонии, утверждал Саша. Россия станет символом справедливости, силы и порядка. Саша также предсказал, что Россия станет лидером в новых технологиях, особенно в освоении космоса. «Я вижу, как русские отправляются на звезды», — говорил он. «Их достижения в науке и технике будут соединяться с их духовной силой, и это выведет Россию на новый уровень». Он описывал будущее как зеркальное время, когда прошлые ошибки будут повторяться, но с новыми возможностями для исправления. Именно это время, по его словам, принесет великие перемены для России. Однако Саша также предупреждал о трех великих катастрофах, которые ждут Россию. Первая уже случилась – это Чернобыльская катастрофа. Вторая, по его словам, будет связана с огнем, возможно, природные или техногенные бедствия. А третья катастрофа будет связана с космосом. Саша говорил о загадочных силах, которые человечество пока не способно понять, но которые изменят будущее планеты. Он предсказывал появление двух солнц на горизонте, что станет началом великих испытаний для всего человечества. Несмотря на эти мрачные предсказания, Саша всегда подчеркивал, что Россия выйдет победителем из всех трудностей. Он говорил о новом правителе, который появится в России и поведет страну к возрождению. Этот лидер не только вернет России ее былое величие, но и сделает ее примером для всего мира, утверждал он. Его правление будет основано на духовных ценностях, справедливости и гармонии. Таким образом, по предсказаниям Саши, Россия станет светочем для всего мира, когда другие страны будут погружены в хаос и кризисы. Ее духовное и технологическое величие сделает ее лидером на мировой арене, а ее будущее будет наполнено новыми возможностями и победами. Ее духовное и технологическое величие сделает ее лидером на мировой арене, а ее будущее будет наполнено новыми возможностями и победами.